лидеров как раз говорит о очень тесном взаимодействии наших стран. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Вы俄罗斯繁荣发展取得了长足的进步，我坚信俄罗斯人民一定会继续予以总统先生坚定的支持。It is really a very sad occasion and a very somber occasion that for the first time ever judges of the International Criminal Court of any court have felt it necessary to issue warrants against a leader and senior state officials from a permanent member of the Security Council that are founders, that have wonderful histories, but also that are supposed to be guardians of the UN Charter.